Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в нашем проекте «Иная жизнь». И сегодня мы поговорим о Масленице. Очень интересный праздник, но, во всяком случае, таковым был ранее. Скорее всего, это не совсем уже и Масленица, это, пожалуй, блинная неделя. Это время, когда нужно, видимо, жарить блины, их есть почему-то, почему никто не знает. Когда начинают задавать вопросы, умно отвечаем, что, ну, блин, это же символ солнца, значит, мы как-то способствуем наступлению тепла. Мы знаем, что на воскресенье нужно просить прощения друг у друга, там, может быть, отчасти у самого себя. Есть еще возможность поучаствовать в концертной программе, которую выдают за народные гуляния, во всяком случае, в большинстве регионов нашей, так сказать, необъятной родины. Кто-то что-то жжет, видимо, чучело какое-то и прочее. Это вот то, что сохранилось на сегодняшний день. Что из себя представляла Масленица около сотни лет назад? Она к тому времени практически как сакральное явление приказала долго жить, хотя носители Масленицы еще жили, еще понимали, ради чего все это делается. Но сам факт того, что произошла уже подмена праздника, как называется Масленица, изначально никто, собственно, не помнил и 100 лет назад. Масленица, это название для того времени было новое, просто обозначало основной продукт или его характеристики, большое количество масла, соответственно, на блинах и повсеместно. Вот, и не более того. Структура Масленицы около сотни лет назад достаточно тоже простая и, прям скажем, без затей. Существовала так называемая масленичная неделя. Ну, неделя, это понятно, 7 дней. Первый день встреча, когда родители отправляли свою невестку, дочь своего сына, к ее собственным родителям, та проводила подготовительные работы. И вечером понедельника родители мужа шли к родителям жены. И происходила встреча. Кушали с удовольствием. В этот же день изготавливали чучело масленицы, значит, укутывали всякой ветошью, всякими лохмотьями. Чаще всего она изготавливалась из соломы. И где-то в пределах там какого-то пространства, площади или центра села устанавливали. Вокруг вот этого чучела, собственно говоря, все дальнейшие действия происходили. Это второй день назывался «Заигрыш». Полностью день был посвящен молодежи. Катались с горок, всячески забавлялись. Второй день – это тот самый день, когда можно было молодежи в первую очередь проявить себя в поедании блинов. Третий день – среда, назывался «Лакомка». Это время, когда зять идет к теще. Теща по определению обязана, ну, во-первых, его самого и родственников его принять, накормить блинами, накормить чем угодно, налить чарку, всячески услуживать. Он нашел отражение в нашем фольклоре, там через фразу «сидишь как у тещи на блинах». То есть вроде бы как бы нужно что-то беспокоиться, а у тебя все хорошо, все получается. Третьим днем заканчивалась так называемая узкая масленица или малая масленица. По сути, подготовка. Четвертый день, четверг, это разгуляй. Весь народ на улице, это катание с горок, это радостные мероприятия, то, во что горазд. Самый, пожалуй, активный день с точки зрения выброса накопившейся за зиму негативной энергии. Выражается это и в кулачных боях, и в различных, так сказать, розыгрышах. В конце 19-го, начале 20 века это еще все было и было искренне. И я позже попробую объяснить, почему это было искренним. Значит, пятница, так называемые тещины вечерки. Теща собирается и отправляется к зятю. Зять должен стараться во всем угодить тещеньке, накормить ее блинами, ну и так далее. Ну и, соответственно, там не только ее саму, но и ее родственниках. Пятница чаще всего нашла отражение в народном фольклоре через объяснение вот этой, ну я бы сказал, не очень адекватной стервозности тещи, которая там, естественно, отрывалась, что называется, по полной, пытаясь взять свое до следующего года, всячески помыкая тем, кто, по большому счету, уже к концу 19 века, особенно в условиях городской местности, ну, как бы не очень-то считался прямым родственником, то бишь человеком, которому можно помыкать. Суббота в Масленице называется «Заловки на посиделки», когда невестки приглашают родственников мужа. Ну, то есть, как бы до этого отдувалась теща, до этого отдувались родители, соответственно, жены, отдувался зять. Ну, сейчас, как бы, пришел черед невестки. И заловки на посиделки – это вот то самое застолье, которое организуют. И, наконец, воскресенье, прощание с
масленицы, жгут активно костры на возвышенностях, если они есть, если нет, то сооружают их. Это, опять же, катание с горок, это блины, это полностью все, что связано с темой прощения. Финалом всех этих празднеств является похороны, либо там сжигание масленицы, некого чучела, иногда очень символического. Происходит окончательное прощание с так называемой зимой и встреча так называемой весны. Это вот то, что было 100 лет назад, и уже сама по себе конструкция говорит, что уже в то время до конца люди не понимали, ради чего, собственно, все это делается. Теперь попробуем, насколько это возможно, коротко разобраться, что такое масленица и почему она важна для нас, и в чем как бы значение тех или иных элементов. Прежде всего возникает вопрос, что такое масленица. Здесь у ученых единого мнения не было. Кто-то утверждал, что она связана с культом предков напрямую, но к этому есть основания, потому что действительно в составе праздника есть и образы лохматых стариков, извините, с фалосами там с символическими, и очень популярные у, в частности, белорусов, в меньшей степени у русских и украинцев, так называемые похороны деда, когда закладывают чучело с собственно, символического старика в некую ладью и значит, его хоронят, там женщины только замужние над ним рыдают, ну и так далее. То есть тема предка четко присутствует. Кто-то говорит культ плодородия. Да, действительно, жгут костры. Многие действия в составе масленицы – это не что иное, как призыв как можно скорейшего прихода весны, соответственно, тепла, жизни, рождения активного. Кроме того, второй день в масленице – это еще и смотрины. Молодежь не просто бегает, прыгает, там, катается с горок и прочее, а присматривается с тем, чтобы спустя некоторое время после смотрин можно было засылать сватов и готовиться к свадьбам в летний период, либо, так сказать, сразу же по сбору урожая. Кто-то считает, что масленица напрямую связана с зимними обрядами, кто-то с весенними. Вот это чересполосица, дорогие друзья, и некое смешение не случайно. В христианстве масленица не была принята до конца, она значится как сырная седмица. И особо ничего из вот этого радостного и бравурного славянского праздника в христианской ритуальной модели не сохранилось. Ну, пожалуй, за исключением, наверное, вот этой традиции просить прощения. Зато очень много параллелей с европейскими карнавалами, массы других, так сказать, подобных мероприятий у народов, которые живут как западнее, так и восточнее славян. Некоторое недоумение еще обусловлено тем, что масленица проходит канун Великого Поста. Твердой даты нет, но конфликта здесь для славян, для древних, конечно же, не было, потому что вряд ли масленица отмечалась, ну или тот праздник, который ее как бы изначально обозначал, отмечалась в какой-то единый день. Долгое время считали, что, скорее всего, масленица приурочена к дню весеннего равноденствия, когда тьма отступает, солнце побеждает. Вот, но, в общем-то, сам по себе порядок обрядов показывает, что перед нами действительно есть, видимо, смешение нескольких важных мероприятий, превращение их в какой-то один праздник. Что такое масленица с точки зрения темы иной жизни? Что такое масленица как символ? Я позволю себе предположить, не будучи, конечно же, глубоким специалистом в этой сфере, просто проанализировав круг доступных, в том числе через интернет, источников, что масленица изначально знаменовала собою, по сути, начало нового времени. Это Новый год в древней, архаической, или как сейчас принято называть, языческой традиции. Почему я так думаю, дорогие друзья? Потому что Новый год, новое время, новый цикл, это не просто в рамках линейной конструкции каждый раз что-то новое, чего не было раньше. Это всегда начало старого нового. То есть для того, чтобы у нас в рамках циклического представления о времени все получилось, мы должны принять активнейшее участие в начале новой жизни. И не случайно считалось, что если ты в масленице не поучаствовал активно, то будешь жить худо, бедно, здоровья никакого у тебя не будет, ну, в общем-то, как бы шансов тоже никаких.
Поэтому здесь, естественно, мы не могли не поучаствовать в этом. Элементами масленицы является, конечно же, образ самой масленицы, которую на севере чаще сжигали, реже хоронили, на юге же чаще хоронили, или там топили, реже сжигали. Вот. Не случайно этот образ Мары, зимы, богини смерти, да, с которую мы обожаем, мы как бы ее там всячески в течение некоторого времени обихаживаем, потом честно хороним, прощаемся. Этот образ не случайно сделан из соломы. Что такое солома? Это некогда в прошлом, в той жизни, колыхавшаяся зеленая трава. Сейчас это сухая. Образ предка. Мы прекращаем, так сказать, плотные взаимоотношения в зимний период с духами, с проявлениями, так сказать, всего живого, потому что они спят. Но активно у нас поддерживается культ предков. И фактически масленица знаменует собой прекращение вот этих тесных взаимоотношений с предками и переход к более таким вот открытым событиям, ориентированным на силы живой природы. Поэтому предок – это тоже вот та самая как бы жизнь из прошлого. Мы должны поставить точку для того, чтобы потом что-то у нас как бы началось заново. Поэтому и блин – это не просто продукт, не просто продукт, который похож на солнце. Это еще и часть ритуальной пищи, характерная и для похорон, характерная и для свадеб, то есть соединение жизни и смерти. Воедино это признак начала нового мира всегда. Ну, во всяком случае, в условиях земледельческой традиции. И не случайно полностью идет перемещение, смешение по принципу необычности в традициях поведения между даже членами семьи, мужа и жены. Не случайно внутри вот этой суеты народной проходят явственно смотрины, то есть зарождение новых отношений, новой жизни. Уже вот в этом обрамлении, украшенном образом деда, образом страшного чучела там масленицы, уже да, этот, есть зародыш новой жизни. Вот. Поэтому, конечно же, масленицу не могли не вот активно, значит, отмечать в прошлом, потому что любая пассивность могла привести к нарушению времени, нарушению пространства и лишению, так сказать, жизни не просто себя, а еще и своих близких и родственников. Мы обязаны поставить точку в начале, так сказать, новой жизни и вписать уже первые слова радостно, хорошо, дав посыл к тому, чтобы уже через короткое время у нас трава зазеленела, а солнце, собственно, над нашей головой стало светить особенно ярко, и, наконец, закуковавшая кукушка разбудила матушку природу. Дорогие друзья, я искренне вам желаю допраздновать масленицу как положено, насколько у вас хватает сил, фантазии, так сказать, энергии, поскольку на протяжении, возможно, тысячелетий, ну, как минимум нескольких сотен лет, наши предки были уверены, что правильно отметив масленицу, мы даем заряд на продолжение новой старой жизни с счастьем, со здоровьем, с благополучием, собственно говоря, чего и вам желаю. А для тех, для кого все эти дни не являются масленицей, а являются сырной седмицей, я искренне желаю светлого предчувствия, так сказать, Великого Поста. Спасибо. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, наши сюжеты, знакомьтесь с нашей информацией. Мы не обещаем, что ваша жизнь станет гораздо лучше, но то, что она станет гораздо интереснее и насыщеннее, это мы вам гарантируем.